Понимаешь, для меня футбол — это все. Это вообще все. Это еда, мать. Ты знаешь, что Альберт Эйнштейн даже был болельщиком? Он болел здесь, в Питере, за «Зенит», за его любимую команду. Он ходил на стадионы, он пил в морозы крепленое «Невское». Он дрался с болельщиками других команд, от этого, в общем-то, и сдох, не оставив от себя, совершенно после себя, никакого наследия. Не жизнь, а хуйня. Я считаю, что футболисты — это самые достойные люди. Ну, то есть, да, звучит как бы громко, но я правда считаю, что это самые достойные люди нашего общества. Знаете почему? Потому что я видел, как футболист собственными руками достал ребенка из реки, потому что он был такой же распухший, как и мяч. Сыграем? Ну давай. Кто на ворота? Я не хочу. Давай решим. Давай. На цифра? Не. Монетка есть? Да, есть. Давай. Давай, уже полчаса жду. Чё тормозишь? Друзья, спасибо за внимание. Если вы хотите продолжение, то соберите 28 миллионов рублей, и тогда мы с Юликом снимем полнометражный двухчасовой фильм про футбол, в котором будут участвовать такие звезды мирового кинематографа, как Джейсон Стэтхэм, Оззи Осборн, Ричард Фейнман, Кристофер Робин и моя мать. Всем пока. И однажды я оказался перед сложным жизненным выбором: футбол или лейкемия. Я выбрал футбол. Я, кстати, не очень понимаю тех, кто выбрал лейкемию. И более того, когда я прохожу рядом с онкодиспансером и вижу этих лысых, немощных людей, я испытываю к ним двойственные чувства. С одной стороны, они мне неприятны, и с другой стороны, тоже неприятны. Двойственность. Юлик, остановитесь на секундочку. Скажите, у вас талантливо все получается? Кто-нибудь из ваших родственников играл в футбол? Да. Кто же? Моя бабушка. И во что она сыграла? В могилу? Она стояла на воротах. На воротах к вагине к твоей матери, да? Нельзя шутить про бабушек. Нельзя говорить про бабушек такие вещи. Она смотрит на тебя с неба. Моя бабушка. Я ничего не заметил, чувак. Потому что ты сумасшедший. Я вижу свою бабушку. Ты не видишь бабушку мою на небе? Это странно. Дмитрий, почему вы хотите, чтобы ваша мать снималась в вашем фильме? Потому что, я думаю, это будет справедливо, потому как все в кино попадают через постели, все шлюхи, а моя мать шлюха, как известно, об этом говорили. Не, можешь не продолжать, я знаю. Ну, я понял. Я не перепутал правила, так и надо все делать. Да. Отлично! Мы сделаем отличную команду.